Помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Египте будет оказана в полном объеме. Об этом заявил сегодня Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. Глава правительства выразил благодарность властям Египта, которые координируют поисковую операцию. Он подчеркнул, необходимо досконально разобраться в причинах крушения российского лайнера. Заседание началось с минуты молчания. От имени правительства хотел бы выразить близким погибших наши искренние соболезнования. Давайте почтим память погибших. Самое главное сейчас, помимо, собственно, работ на месте катастрофы, провести все необходимые экспертизы, следственные мероприятия, которые там проводятся, с привлечением наших экспертов и в соответствии с регламентами ИКАО, других международных структур.